Здравствуйте. Здравствуйте. Вот он, идет победитель, улыбается, а то все приходят, какие-то я стесняюсь, я не такая. Так, вас зовут Наталья. Да. Фамилия ваша? Ксенчак. И вы у нас победитель. Да. Вы это осознаете вообще, нет? И пока нет. Значит, для того, чтобы вы осознавали, я вам сразу покажу сертификаты, которые мы вам подарим. Сертификат на 30 тысяч рублей, но просто вот магазин, который их продает, продает два. Один на 20, один на 10, в сумме 30. Я вам их вручаю. Скажите. Спасибо большое. Так, улыбаемся и машем. Вы счастливы? Я очень счастлива, потому что... Я думаю, что тот сертификат, который вы мне подарили, поможет моему делу. Я фотограф, видеограф, занимаюсь, наверное, с весны репортажами. То есть данный сертификат планирую потратить на технику для того, чтобы делать мои видео как можно более качественными. Если в следующий раз объявим новый конкурс с новыми призами, будете участвовать? Конечно. Это очень интересно и классно, что можно не просто участвовать в мероприятии как зритель, но и как репортер, быть в гуще событий. Олеженька, куда мы с тобой едем? Домой. Нет, мы едем не домой, а забирать подарочки из Ситилинка. Ты счастлив? Очень. Какой подарочек ты ждешь больше всего? Монопод для селфи, монопод для твоей экшн-камеры. Ура! За 350 рублей. Ура! Где же наш автобус? Это не наш. Это не наш. Хотела записать очень позитивный такой фрагмент. Сказать, боже мой, как я рада, что, боже мой, наконец идем обналичивать свой сертификат на 30 тысяч. И в итоге мы проехали остановку, идти минут 20, я в неудобной обуви. В общем, это какой-то ужас. Вот скажите, вот как мне сделать опять такое вот выражение лица? Быстрее, это закроет магазин. Да бегу я, бегу. Домой я даже уже успела поставить вариться компотик из черной смородины и кексики. Смотрите, вот такой вот у меня Samsung Galaxy J1. Очень люблю Samsung. Мне очень нравилась моя предыдущая версия, но, к сожалению, телефон тут я раздолбала просто в пух и прах. Да вообще он изначально держал плохо зарядку. Новенький телефончик. Цвет очень красивый, такой золотистый. Интересно, включится, нет? Давайте попробую камеру. Давайте сфотографирую. Ага. Ой. Ну, смотрите, вот такое вот изображение. Вот. Не могу сказать, что очень классно получилась фотография, но при том уровне освещения, который сейчас есть, очень даже классно. Кто угадает, что это такое, ну, тут уже видно. Сейчас покажу. Это селфи-палка. Ну, даже так. Да даже так сфотографироваться и то круто. Ой, это я зря так. Дурачусь. Олеж, посмотри там, пожалуйста, кексики, может быть, уже спеклись. Просто если они коричневые, значит, спеклись.
А, ну, значит, ладно, еще тогда записываем. Это модель Supra SBS-104. Я почитала по отзывам, писали, что это одна из самых классных бюджетных моделей. Ну, не знаю. Кстати говоря, телефон у меня тоже недорогой, он где-то стоит около 7 тысяч. Я считаю, что телефон, ну зачем покупать дороже, если я знаю, что у меня постоянно летает. Он у меня летал со второго этажа, он у меня улетал из автобуса, я только выхожу из автобуса, он у меня тут же летит в лужу, разбивается. Вот такая масюська, посмотрите, какая она маленькая, хорошенькая. Я не знаю, я боюсь ее открывать, я вообще без Олега боюсь какую-либо технику открывать. Ой. Поэтому, знаете, пусть он... Да я вот боюсь экшн-камеру, давай. Олег мне дал ровно 5 минут для того, чтобы записать, что же мы купили ему, но в эти 5 минут я варила компот. Ну, конечно, не в эти 5 минут, но готовила. Кексы готовила, батенька. Ну... О, кактус, правда. Вот, в общем, Олег купил такой вот кактус, чтобы заряжать телефон. Потом несколько флешечек, ну, знаете, такие вот обычненькие. Ну, в смысле, это какой он там, SanDisk. Вот. И очень крутой жесткий диск внешний на 4 терабайта. Кисенька. Кисенька к нам пришла похулиганить. Кис, тебе ничего не покупали, ты уж прости. Мать, что ты думаешь? Я не буду так больше делать. Да я думала, она не достанет. Раз уж я сегодня записываю влог, то еще вам кексы сейчас покажу. Вот, смотрите, такие кексики с пылу, с жару, румяные. Рецепт вообще супер простой. Яйцо просто растираю сахаром, то есть не надо взбивать миксером. Просто растереть сахаром, добавить ванили, немного муки, можно изюм и соду гашеную уксуса. Начинаем съемку, тестить нашу селфи-палочку. Олег, смотри в камеру, помаши ручкой, привет! Так, мы вышли из подъезда, освещение классное, знаете, что надо показать мой лук, получится или нет? Чеснок захвози еще из затака. За шанс. Так, давай покажем, что где, как у нас тут вокруг все. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Мы сейчас идем к нему синего забора. Это отличительная черта нашего любимого города. Если в вашем любимом городе тоже есть синие заборы, обязательно поставьте лайк или напишите об этом в комментарии. Меня очень расстраивает погода в этом году, но это ужас. Мне кажется, кто только об этом не сказал, но это настоящий ужас. Июнь подходит к концу, мы сидим в кожанке и в полупальто. Это, ну, это как бы, это что? Ой, опять мой прыщ видно, вот так. Так, надо будет прикрыть. А что у тебя все пересечено? Тут, видишь, оно само регулируется. А ты разве не можешь сама настроить? Как? Ты же говорил, там лесо, там прочее, прочее. Смотрите, какой интересный перевод, да? Так, отмена или отменить? Вот прям, вот очень сложный выбор, что же сделать с этим фото? Отмена или отменить? В общем, мы с Олегом молодцы. Киска молодец, вы тоже молодцы, именно поэтому ставьте лайки. Если еще не подписались, то подпишитесь на мой канал. И пока!